Не кашляй. Да, я подавился слюной. Не кашляй. Шейп. Блин, ну ты игра, она... Знаешь, что еще можно сделать? Короче, написать скрипты на забиндивание кнопок. Чтобы ты нажал типа одну кнопочку, и этот спидран сквад сам собой проходился. Это мне ночью в голову идея пришла, но не знаю. А ты не хочешь таз записать? Да не, не лень. Ну, тебя просто месяц уйдет на первый мир и... Да, не? Не, я не про таз, типа, а именно про биндивание. Про забиндивание. Блин, я забыл то, что я этот... Я переключился на пиксельный режим и думал, что это нормальная графика. Чтоб ты понимал уровень ремастера. Ну, Миш, надо делать таз, понимаешь? Тасманский дьявол. Стасманский. Я почему-то подумал, что это Гоша бы хорошо бы такое сказал. Тасманский дьявол. Нет, не вот как-то. Типа, Стасманский дьявол. Нет, это... Это ты. Ну ладно. Давай попросим Гшана. Сейчас надо ему записать голосовое. Не, у Гоши было бы, а он тасманский дьявол, он, блин, вы чего? Вы сегодня как-то не очень. Где отдохните на своей люди. Гошан, скажи тасманский дьявол. Все, идем. Ты мой... Да, я ему голосовой отправил. Не-не-не. Демотиватор, ждем-с. Ну так не смешно. Пацанчик, ты реально отправил. Батя, пацанчик, ты реально сдох. Господи, да как тебя завалить-то, ну? Я сначала купить вино, игру. Потом в ресторан. Мне почему-то не получается ни в одной игре. Я хочу в Celeste поиграть или в Cuphead. Но... Капхеда нет на PlayStation, а Celeste требует покупки. А знаешь, чего еще нет на PlayStation? Таймера. Ну это да. Но есть же телефонный таймер. Ну да. Не, ну типа ранить, наверное, все-таки на компе надо, хоть и... Ну, а на плойке так чисто потреть. Ну, я не знаю. Потому что, по-моему... Может, попробовать не ох? Ну, я просто... Просто это жопа, я ему не наношу урона, понимаешь? Так гайды же какие-нибудь есть? Да я посмотрел по гайдам, там написано, ну это простой босс, поэтому там особо тактики не надо, просто бейте его. Я тебе серьезно говорю, там так и написано. Ай, проебался. Как думаешь, приятно это слышать, когда я на нем рипнулся уже раз 30, если не 40? Ну, в принципе, простой босс. Чё они вообще говорят? Действительно. Так дебил, наверное, его не убьет, да? Не, ну... На туре. Хрень какая-то, чувак. А, он мой пистолет скинул. А без пистолета-то я не этот.
не стрелок. Фига. Цитаты. Как тебе понравился сайт? Ты смотрел? Да, отличный. Вот этот синенький-то, да, который? Да. Я, правда, там по всем этим не поползал, но даже с телефона, скажу тебе, выглядит неимоверно хорошо. Этот типа чел делал для Лени Федорова сайт. Мне надо было скачать. Что я качал? Девушки поют. Я наткнулся на какой-то сайт Лени Федорова очередной. И он был так хорошо сделан. И внизу как раз оказалась ссылка на автора. Официальная страница Леонида Федорова. Это там, где с аккордами, нет? Не помню, нет. Сейчас. Там какой-то адрес. У Оксона вообще даже официальный сайт, я тебе скажу. Леонид Федоров.ру, типа заведующий всем официальный сайт Леонида Федорова. Знаете, скинь мне. Сейчас я тебе скажу. Нормальный это сайт или нет? Сейчас. Ты мне куда скинул? В ВК скину. Сейчас. Скину? А, вот, все. Я думал, ты мне просто скинул. Леонидфедоров.ру. Ну да, отличный сайт. Да. Там внизу была ссылка на этого чувака. Дизайн, оформление. Бирюков. Да. Так, какие еще игрушки можно заспидранить? Мне бы хотя бы хоть какую-нибудь закончить до конца. А что у тебя еще там есть? 2064 Read Only Memories. Какая-то странная игрушка. Ну я просто какие-то AAA проекты, типа Bullet Storm или MGS. Я их даже... Fallen Legion. Ты играл Fallen Legion? Flames of Rebellion? Нет. Что это такое? Я инди проект какие-то. Burly Man at Sea. The Bridge. Что это вообще за название? Райм. Ну, Райм я знаю. В неё я играл. Absolver. Якудза Кивиами. Кивами. Господи. О, Bombing Busters. Это Bomberman. И Ghostbusters. Sparkle 2. Подожди, у меня есть Sparkle? Что это такое? Мне нравится название. Сейчас скачаю. Это похоже на этот, знаешь? Короче, такая игрушка. Где, короче, мячики кидаешь. Ладно, я не знаю, как писать. Я, наверное, ужасно сейчас. God of War 3. Она спидранится. А... Mighty Number 9. Cube Director's Cut. Чё за Cube? Я сейчас всякого говна позагружаю, короче, посмотрю, что. Потому что у меня тут некоторые игры, они типа, блин, уже чуть ли не с этого. Не сначала плойки просто лежат, и я их даже не смотрю. Икона Киастс. Apex Legends. Да, она точно не спидранится. Да. Пинбол аркейд, может быть? Или, знаешь, Мафия типа 3. Категория сдох за 3 секунды. У меня Мафия 3 обновилась до Definitive Edition. Да. Они ремастер выступили. Ну, а не, она не ремастер, она именно Definitive Edition. Что там ремастер? Игра вышла в 16 году. Ремастер там второй только. Первый ремейк. Да и пошли в жопу. Там, по-моему, со второй уже облажаются. Наверняка, типа, с первой тоже облажаются. Dark Souls 2, блин, великолепно. Угу. Кстати, в неё поиграл всё-таки? Чего? Ты поиграл всё-таки второй Dark? Нет. Но только тогда в этом. В клубе. Я тебе честно скажу.
мне она понравилась больше, чем Bloodborne 3. Да. Я специально Bloodborne перепрошел после этого. После второго Dark. Чтобы, типа... Что я... После это вкусия. Точно правда. Так сказать, после тортика съел говна. Да. Регина как я бросила парня. Чё? Регина бросила парня. Поздравляю. Я просто какие-то новости из этого, из жизни пытаюсь. Я просто сам ни с кем не общаюсь. Если мне кто-то что-то говорит, то это очень важно. А, то есть ты хотел сказать... Геноцид армян геноцид армян провелся успешно. По-моему, армян там, не знаю, у него после этого, по-моему, штук 100 разных парней было. Ну, извиняюсь, я не слежу. Я не веду ее книгу «Учеты жизни». Сука, хорошо сказал. Это прям вообще бомба. Мне кажется, ты должен был это на стендапе сказать, и тебя взяли бы там в Comedy Club или в Уральские пельмени. Короче, Павел Воля там какой-нибудь тебе дал бы $1 000 000. Сейчас же проходят какие-то такие штуки, знаешь. Да. Типа пошутил и разбогател. Рассмеши Зеленского, я вспомнил шоу. Типа «Рассмеши комик» она называлась, и там Зеленский был ведущим. Там, если выиграешь, то тогда получишь этот, короче, визу украинскую. Как там? Там по пропускам же теперь. По приглашению, вот. Сможешь погулять по Киеву, по Запорожью. Так, Sparkle 2 начался, сейчас проверим, что за игра. Можно ли ее... Ну, тут какие-то шарики, как Zoom, я думаю, это не лучшая игра. Спидран. Ну, я до последнего надеюсь, что там что-то интересное. Блин, я не помню, как босса проходить этого. Сука. О, ты что, руина, Миша? Ты руина? Да. Слушай, мне тут сюжет показывают, чувак. Ну, это предпоследний персонаж, поэтому я не буду рестартить, пофиг. Чувак, это Зума. Я качал Зума. Вот, короче, это жаба, ну тут типа не жаба, а вот хрень, которая пуляет шарики. Ты же помнишь, как Зума, да, работает? Да. Такая жаба вокруг себя крутится и стреляет куда там по кайфу. И здесь такая лютая сенса, что вообще никуда не попасть. Можно... Господи, тут ее не этот... Не отрегулировать. То есть тут реально жесткая сенса, чувак. Ой. Блин, я просрал, походу. Тренировочный уровень. Просрал. Ладно, ничего страшного. Тренировочный. Да. Не, я еще не просрал, но... Я начинаю это... Я начинаю забывать. Оу. Постепенно я забуду так все. Какой, по твоему мнению, лучший альбом Гриш? Ну, давай вот так. Где была весна? Он называется, по-моему, весь альбом целиком. Он так назвал альбом. Блин. Ты ничего не слушал, да, кроме весны полухтек? Да, альбом я его не помню просто. И Off ты еще наверняка слышал. А, да, и Off. Йов, отличная песенка.
В это стало немного весной стало. И оф, фит весна. Да это же Гриша, у него все как одно. Да, не то что, блин, у нас там. Зазорная, кадрон... Не то что у аукциона, вот я включил эту легию, короче. И что это за весна? Элегия и весна, между прочим, очень разные вещи. Если ты не понимаешь, значит ты этот. Короче. Чувак, да нет, тут такой саундтрек в этой игре. В нем можно... Я тебе иронизирую. Пост-ирония. Не-не, я понимаю. Я же тоже сиронизировал. Это что, пост-пост? Чувак, эту игру реально можно ради этого. Чисто ради саундтрекича. Тут как в Гарри Поттере. Я не знаю, как описать, короче. Это вообще лютая дичь. Purple Flame, я не знаю, что... Ну, хорош на последнем персонаже руинить. Да, я молодец. Ну, блин. Слушай, я тебе скажу, что эта игра у меня пока что намного лучше спидранится, чем вот это. Чем все предыдущее. Я еще тебе... Честно скажу, я получаю удовольствие от этого. Неплохое. Только единственное, сенса какая-то вообще лютая. Я не понимаю, на кого была она создана. Видимо, на Джо самые быстрые руки. Кто там на Диком Западе, короче, разрушил. Офигеть, тут такая музыка. Я даже не знаю, как это назвать. Вот прям лайк ставлю, понимаешь? Вот не часто я... Последний раз я музыке лайк ставил. Эта игра была Целеста. Целеста? Там просто Целеста, там охрененный музон. Да, согласен. Ну, естественно, это не пробка для киса. Ну, так, извини меня, что угодно можно обосрать. Прикинь, в Dark Souls пробка для киса на каком-нибудь этом драконьем боссе, на котором Паганини играл тогда. Пробка. Или вот если бы Полухутенко делал саундтрек Bloodborne, я думаю, что это вот типа вот то, что нужно вообще было. Конечно, Фёдоров сделает. Пусть Фёдоров делает саундтрек для Elden Ring. Ну, если он типа по типу Блейка бы делал. То, что Блейк, ну, типа, прикольно. Мне там, правда, нравится в основном только песня «Лондон», но «Тигр» тоже неплох. Остальное я как-то не... Блять, а я записывал или нет? А, фух.